Бендеры. Теперь от ДК Ткаченко до же до вокзала на велосипеде можно добраться без препятствий и с комфортом буквально за пару минут. Новая велодорожка протяженностью 2 километра. Слева движение для велосипедистов, справа для пешеходов. Такие специальные знаки есть на протяжении всей велодорожки. Кстати, отличается она более светлым оттенком. Есть разметка, но это уже пешеходная часть. Предупреждающие знаки «Здесь едут велосипедисты» есть и для машин. На перекрестках – велопереходы. Но красная дорожка, как на премиях в Голливуде, где светофоров нет. Мы решили вот так вот в свой выходной день выйти прогуляться. Хорошая, теплая, жаркая погода. И вот такое вот настроение, что хочется весной прогуляться, как-то насладиться свежим воздухом. Велодорожки новые – это вообще прекрасная возможность прокатиться куда-то, посмотреть город. По городу теперь стало удобнее ездить? Да, намного удобней. Даже на пешеходных переходах намного удобнее, потому что машины, люди уже видят, что ты на велике. Классно кататься, спокойно едешь, не переживаешь там, и в общем здорово вообще. Новый велопуть – часть 15-километрового туристического маршрута. На площади, в сквере у поющего фонтана и Бендерской крепости – информационные стенды в рамках целевой программы по развитию туризма. Тут видите карта, на карте вот показана геометка, где мы с вами находимся. В данном случае здесь установлен сам стенд и велопарковка. Самое главное, на этой карте показан сам весь маршрут, который будет интересен как и для велосипедистов, так и для пешеходов. И на ней отмечены все исторические и достопримечательности и туристические, которые находятся на этом маршруте. То есть мы видим здесь перечень на русском, английском языке. Поехать в разные места, доехать до крепости, там погулять, посмотреть, пофотографироваться, потом поехать к музею. И все за одну прогулку. Главное, хорошо провести время с друзьями. По маршруту установили и удобные велопарковки. На них достаточно просто облокотить велосипед и закрепить замок. Для прогулок с ветерком условия есть. Берите семью, друзей и отдыхайте по-спортивному и с пользой.